Меня зовут Михаил Таратута. В 90-е я имел честь в качестве корреспондента Первого канала рассказывать своим зрителям об Америке, настоящей Америке. С тех пор мой интерес к этой стране только возрастал. Я снимал фильмы, писал статьи, книги. Вот и сейчас в свет вышла моя новая книга. О чем она? Если коротко, то о нас и американцах. Точнее сказать, что делает русских русскими и американцев американцами, и почему мы такие, какие есть. Это книга о различиях восприятия мира и собственной личности, а также, что отличает нас в реакциях на окружающую нас действительность. И вот вам самый простой пример. Обычно нас раздражает пустая американская улыбка. Раздражает, потому что мы не понимаем, что за ней стоит. Но оказывается, это не просто мимический жест. Улыбка отражает образ жизни и даже образ мышления американцев. Так вот, эта книга еще и о том, как несходство наших культурных кодов определяет различия в быту, работе, в подходах к бизнесу и политике, и возможно ли взаимодействие между нашими странами и между нашими народами. Прочтите эту книгу. Уверяю вас, скучно не будет.